Добрый день. Меня зовут Георг Геннерт. Я хотел бы рассказать вам об очень знаменитом русском писателе. Все счастливые семьи похожи друг на друга. Каждая несчастливая семья несчастливая по-своему. Этими словами начинается роман Льва Толстого «Анна Каренина». Здесь у меня этот роман. Лев Толстой родился в 1828 году и умер в 1910 году, когда ему было 82 года. Лев Толстой был граф. Он родился четвертым ребенком в большой семье. Его мать умерла, когда Льву Толстому было 1,5 года, и его отец умер, когда Льву было 9 лет. Лев Толстой учился около 3 лет в Казанском университете, но не сдал экзамен. Позже он тоже учился в университете в Петербурге. После университета Лев Толстой прожил почти 3 года на Кавказе. Там он участвовал в военных действиях. Потом он участвовал в Крымском войне. Он был артиллерийским офицером. Позже у Льва Толстого развилось пацифистское мировоззрение. Лев Толстой также путешествовал. Он побывал во Франции, в Италии, Швейцарии и Германии. Он знал очень много языков. Усадьба Толстого, Ясная Поляна, находится около 200 километров к югу от Москвы. Толстой открыл школу для крестьянских детей. Он написал сказки и учебники для детей, между прочим, азбука и новая азбука. Здесь у меня одна книга Льва Толстого для детей. Толстой открыл школу, это я рассказал. У меня здесь тоже у меня картина Толстого. Здесь граф Лев Толстой, когда он ему уже было много лет, он был старый человек. Лев Толстой женился, когда ему было 34 года. Жена была на 16 лет моложе его.
у супругов родились 13 детей. Лев Толстой написал много известных романов, например, «Война и мир». Сам Лев Толстой считал роман «Анну Каренину» самым хорошим из своих романов. Толстой выступал против христианской догматики и критиковал сближение церкви с государством. Поэтому Толстой был отлучен от церкви. Когда Толстому было 82 года, он ночью тайнот семьи покинул дом. Он уехал на поезде. Но в пути Толстой заболел. Он умер на маленькой железнодорожной станции в 1910 году. Это было все. Спасибо за внимание. До свидания.